Боковая фиксация, друзья, для чего нужна? Давайте сделаем обзор и затем посмотрим. И затем посмотрим, как ее смонтировать, только уже там будет ткань не с фотопечатью, а с перфорированным полотном ткани. Значит, что такое боковая фиксация? По бокам шторы, с левой и с правой стороны, вертикально, у нас натянуты металлические троса, которые крепятся в специальных креплениях. Благодаря чему нижнее полотно ткани у нас фиксируется этими тросами. В нижней части, когда изделие в конечном нижнем положении, заглушки торцевые нижнего отвеса дополнительно входят вот, на такие вот детальки одеваются, тем самым прочность еще более увеличивается. Посмотрев монтаж, вы будете иметь полное понимание о том, как это работает, как это выглядит. Смотрим монтаж. Установка боковой фиксации на рулонную штору Lavalite с электроприводом на 35 валу. В качестве боковой фиксации у нас используется трос и боковые крепления. Что у нас здесь? Так как у нас дерево, стенд деревянный, мы дюбеля уберем. 4 самореза для крепления, 2 верхних, 2 нижних. 4 фиксатора троса с болтиками. Туда продевается трос и болтиком затягивается. 2 верхних кронштейна. 2 нижних кронштейна. Заглушки на них. И вот это вот кронштейны, они называются потолочными, ну я бы их назвал напольными, но на сайте они потолочные крепления. Значит, объясняю. Вот эти вот крепления у нас будут устанавливаться в верхней части окна троса, то есть трос будет идти вот так вот. Установить мы их можем как на стену, если вот это у нас, допустим, стена, то мы устанавливаем его на стену, бочонок, и вот так вот у нас пойдет трос. Если у нас это потолок, то мы будем крепить на потолок саморезом. А вот этот вот держатель троса устанавливается вот таким образом. Так, значит, это у нас верхние крепления. По поводу нижних креплений. Если мы устанавливаем на стену они устанавливаются вот так вот. Сюда вставляется трос, бочонком крепится и одевается вот сюда. Это у нас монтаж на стену. То есть трос пойдет вот сюда к верхним креплениям. Если мы монтируем на пол, то вот это у нас крепится к полу. В этом случае трос у нас пойдет вертикально. И здесь уже бочонок с тросом также защелкиваться будет вот сюда. Это просто будет на пол, и трос пойдет вертикально. Но я еще подробнее сейчас покажу, если кому не совсем понятно, то досмотрев видео до конца поймете. Итак, давайте приступим. Распакуем трос. Трос у вас будет в наличии с небольшим запасом. И крепить мы будем... Так, давайте шторку поднимем вверх. Начнем мы с креплений, которые с нижних креплений, которые у нас монтируются на стену. Они так и называются, стеновые крепления. Примерим, как у нас будут установлены нижние крепления. То есть где-то вот на этой высоте. Шторку поднимем, приложим и карандашиком отметим место крепления. Засверлили. Это вот стеновые крепления, то, про что я вам говорил. Если у вас потолочные крепления, то у вас будут в комплекте вместо вот таких вот штук просто вот такие. Они, соответственно, саморезом крепятся уже в пол, и
Вот на эту штуку вы уже одеваете, собственно, наконечник троса. Но мы будем не в подоконник крепить, а в стену. Поэтому у нас почти то же самое, но только уже кронштейн. Сильно не перетягивайте. Так, одна у нас установлена. Потолочную мы уберем. И установим такую же. Установим такой же держатель с левой стороны. Готово. Переходим к верхней части. Для верхней части у нас уже используются другие крепления. Мы монтируем на стену, значит, прикладываем ее вот таким образом. Если бы мы монтировали на потолок, то прикладывали бы мы ее вот таким вот образом и вкручивали саморез вот сюда. Мы будем монтировать вот так. Отметим место крепления. Держится достаточно прочно. На левую сторону установим аналогичным образом. Как-то так. Давайте закрепим трос. Вставляем вот этот наконечник. Выкрутим фиксирующий болт. Ставим трос. Смотрите, чтобы он сильно сюда не вылазил из стулки, иначе не защелкнется в наше крепление, которое на стене установлено. Сильнее затягиваем болтиком. Фиксируем кончик нашего троса. Так, готово. Можно крепить. Таким вот образом закрепилось. Подтягиваем трос в верхнюю часть. Здесь можно отрезать чуть-чуть побольше. Выкручиваем опять же стопорный винт. Трос вставляем в нашу заглушку. Если вы боковую фиксацию не закажете, у вас не будет. У вас будет обычная крышечка, просто заглушка без вот этой прорези. Дальше
вставляем паз снизу в этот вот. Сверху одеваем втулку. И затягиваем. Не сильно пока. Давайте снимем снизу наш держатель. И теперь вверху чуть-чуть подтянем. Трос у нас натянут. Ну и давайте аналогичным образом поступим с левой стороной. На этом моменте я ускорюсь. Все, тросик натянутый. Давайте проверим, как работает наша шторка. Друзья, как вы видите, нижняя планка у нас фиксируется с помощью боковых креплений тросов, поэтому сквозняк либо другие какие-то помехи не будут позволять шторе свободно гулять, производить какие-то звуки и так далее. Таким вот образом выглядит боковая фиксация. Надеюсь, все понятно. Спасибо.